но с нами на видеосвязи. Пожалуйста. Thank you very much, Mr. President, for speaking to us. And I would also like to thank you personally for your very strong statement on climate change and the environment. My question, however, relates to the new outbreak of conflict in Nagorno-Karabakh. Russia, like other international community, has been trying very hard to bring about a peaceful solution to this conflict. But so far, these efforts have failed. If they continue to fail, given Russia's old historic links, given Russia's military alliance with Armenia, will it be necessary in the end for Russia to take sides against Azerbaijan and Turkey? On the other hand, could this perhaps provide a positive opportunity for Russia? Given the increasing confrontation which we see between France and Turkey over Turkey's claims in the Eastern Mediterranean, could this perhaps be an opportunity for a rapprochement between Russia and France and other West European countries? Thank you. Последнюю часть вопроса я не очень понял. Извините. Может ли быть сближение с Францией и Европой на основе того, что Турция противостоит и им, и в какой-то степени нам? А, понятно. Значит, ну вот начнем сначала с Нагорного Карабаха и кого поддерживать. Вы сказали о том, что у России всегда были особые связи с Арменией. Но у нас всегда были особые связи и с Азербайджаном. В России проживает более 2 миллионов армян и около 2 миллионов азербайджанцев. Это не только те люди, которые приехали на временные заработки, но и те, которые здесь живут практически постоянно. Миллиарды долларов, миллиарды они направляют на поддержку своих семей, работая в России. У всех этих людей очень устойчивые, близкие связи с Россией на гуманитарном уровне. Межличностные, деловые, гуманитарные, семейные. Поэтому для нас и Армения, и Азербайджан равные партнеры. И для нас огромная трагедия, когда там гибнут люди. Мы хотим выстраивать полноценные отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном. Да, есть элементы, причем в каждом случае выстраивания отношений с каждой из этих стран, есть нечто такое, что отличает наши отношения с другим партнером. Ну, с Арменией это христианство, но у нас есть очень тесные связи с Азербайджаном и по другим направлениям. Что касается религиозной составляющей, я хочу обратить ваше внимание, что почти 15% населения Российской Федерации исповедуют ислам. И в этом смысле, и даже в этом смысле Азербайджан не чужая для нас страна. Но чего мы точно не можем забывать, это то, что происходило в судьбе армянского народа, армянской нации в период Первой мировой войны. Трагедия огромная армянского народа. Это вторая часть. Третья заключается в том, что этот конфликт начался не просто как межгосударственный конфликт и борьба за территории. Он начался с этнического противоборства. И это тоже, к сожалению, это факт. Когда в Сумгаите, а потом и в Нагорном Карабахе были осуществлены жестокие преступления против армянского народа. Все это в комплексе мы должны учитывать. В то же время мы понимаем, что такая ситуация, при которой значительная часть территории Азербайджана страной утрачена, она не может продолжаться вечно.
На протяжении многих-многих лет мы предлагали самые разные варианты урегулирования этого кризиса для того, чтобы стабилизировать ситуацию на длительную историческую перспективу. Я сейчас не буду вдаваться в подробности. Но, поверьте мне, это была напряженная работа по сближению позиций. В какие-то моменты казалось, что еще чуть-чуть, еще немного, еще один шаг, и мы найдем решение. К сожалению, этого не произошло, и сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте. И трагедия заключается в том, что люди гибнут. Знаете, много потерь с обеих сторон. По нашим данным, с обеих сторон. Более 2000 погибших уже. С одной стороны и с другой. Значит, общее число погибших приближается уже к 5000. Обращаю внимание, что за 10 лет войны в Афганистане в Советском Союзе, в Советской Армии погибло 13 тысяч. А здесь за такой короткий промежуток времени уже почти 5. А сколько раненых? Сколько людей страдает? Сколько детей? Поэтому для нас это особая ситуация. Да, создана Минская группа, по-моему, когда-то, в 92-м году, что ли. И мы, Россия, Франция, США, как сопредседатели, на нас лежит ответственность за организацию этого процесса, переговорного процесса. Но понятно, что я здесь уверен на 100%, все участники этого процесса, все искренне стремятся к тому, чтобы ситуация была урегулирована. Но никто так в этом не заинтересован, как Россия. Потому что для нас это все это живое. У нас это не только на глазах, это происходит в широком смысле с нашими людьми, с нашими друзьями, с нашими родственниками. Поэтому мы занимаем такую позицию, которая позволила бы нам пользоваться доверием как одной, так и другой стороны и играть существенную роль в качестве посредников в урегулировании этого конфликта, по сближению позиций. Мне бы очень хотелось, чтобы этот компромисс был найден. Как вы знаете, я в очень тесном контакте нахожусь и с президентом Алиевым, и с премьер-министром Пашиняном. В день по нескольку раз говорю с ними по телефону. По нескольку раз в день. Наши министры иностранных дел, министры обороны, руководители спецслужб находятся в постоянном контакте. Вот, вы знаете, в очередной раз приезжали к нам министры иностранных дел обеих стран. Сегодня, по-моему, да, 23-го они встречаются в Вашингтоне. Я очень рассчитываю на то, что американские наши партнеры будут действовать в унисон с нами, будут помогать в регулировании. Но будем надеяться на лучшее. Первая часть. Вторая касается споров внутри, скажем, НАТО, споров между Турцией и Францией. Мы никогда не злоупотребляли трениями, которые возникают между другими государствами. У нас устойчивые, хорошие, ну, я бы не сказал, пока полноценные, но все-таки имеющие хорошую перспективу и, во всяком случае, хорошую предысторию отношений с Францией. У нас нарастает объем сотрудничества с Турцией. Турция вообще наш сосед. И я могу вам поподробнее рассказать, насколько важно и для Турции, и для России взаимодействие между нашими государствами. Не думаю, что кто-то нуждается здесь в нашей посреднической деятельности какой-то. И Турция, и Франция, такие государства, которые в состоянии отрегулировать отношения между собой. И как бы жестко не выглядела позиция президента Эрдогана, я знаю, что он при всем при том человек гибкий, с ним можно найти общий язык. Поэтому рассчитываю на то, что ситуация и здесь нормализуется.
Владимир Владимирович, если можно, вдогонку.